Творческая студия «Оазис» представляет вашему вниманию постановку «Самый маленький гном» или «Как гном Вася петушка спас». Спасите, помогите, ай! Ой-ой-ой, что-то случилось. Кого-то надо спасать. Побег, посмотрю. Куда бежишь, все? Ты сам хватил петушка. Надо скорее позвать его друга кота. Он спасет его. Хороший петух за быстрые реки. Это значит, ты за котом. Понял, беги, беги. А я пойду посмотрю, как бы лиса петушка не съела. Хи-хи-хи. Обожаю лапшу с петухом. Итак, спасал петуха на последний раз зимний пород. Прямо жуткая жара. Шел грязной дождь. Ну что, записала? Быстрей, надо спасать петуха! Ну что ты шумишь? Подожди, видишь, дело у меня важное. Занят я. На чем мы остановимся? Жара стояла страшная. Шел грязной снег. Совершенно верно. Что дальше? Гляжу я наискосок от меня. Справа или слева, а точнее сзади, сыпанул проливной град. Ужас! Как вспомню, так вздрогну. Записала. Скорее! Ну что тебе надо? Лиса унесла петуха. Ну и что? Как ну и что? Надо бежать спасать. Ну что это такое? Вчера спасай, сегодня спасай. Хвост истрепал. Ушел на покой. Я даже мышей перестал ловить. Вот она не даст соврать, правда? Ну бежим скорее, а то лиса петуха съест. Никуда я не пойду, устал. Ты ведь его другом был. Был. Ты хуже лисы, хуже волка, они хоть хищники, а ты предатель. Темные леса. Вася, а где же кот? Некогда. Ну, что дрожишь? Ничего. Сейчас печку растоплю, сразу жарко станет. Петушок, кот не будет тебя спасать. Что делать? Вот тебе и друг называется. Не дрожи, я останусь с тобой, чтобы тебе не так страшно было. Вместе будем драться с лисой. Спасибо! Хороший петух, жирный. А, Васё, что ты тут делаешь? Петушку страшно. Не страшно, побоязно. Не могу его в беде оставить. Так вас лиса обоих съест. Ну и пусть съест. А как же я, Васё? Я ведь так привык к тебе. Ты мой самый лучший друг. Тогда помоги петуху. Ну ты что, Васё, мы же хищники. Мы петухам не помогаем. Извините, едим. А говорил друг, петушка я не брошу. Я ведь не кот там какой-то. Ну ладно. Много благодарен. Всегда рад. Так что за честь. Чем обязана? Просьба у нас маленькая. Отпусти петуха. Ты что, волк? В своем уме? Один хочет съесть петуха? Нет, ты что? Он друг моего друга. Ты что? Я тебе кота в мешке принес. Прекрасный родник будет. Хорошо. Спасибо тебе, волк! Да нет. Роли исполняли гномик Вася, Дивин Иван, волк, Мичкин Данил,
Кот. Самойлов Кирилл. Лиса. Якова Катерина. Петушок и мышка. Сорокина Дарья. Поздравляем вас с 8 марта!